мы едем. И ты так спокойно согласился на эту авантюру? Так я всегда говорю «да», что бы ни произошло. Вообще, на самом деле, у нас сегодня культурная программа. Маршруту! По которому, кстати, ни разу не ездили еще. Новая дорога, новое направление и новый вид. Он дышит. Урал – это не только горы и реки, но еще и очень интересный регион с историческими и архитектурными памятниками. Мы большие любители активного отдыха и природы. Но иногда бывают такие ненастные дни, когда и дома сидеть не хочется, и в поход не пойти, особенно на последних месяцах беременности. Однако есть в наших краях такие места, где можно прекрасно совместить времяпровождение на природе и культурно просветиться, а также узнать больше о истории родных мест. И сегодня мы отправляемся в небольшое путешествие в село Нижняя Синичиха, в музей-заповедник под открытым небом, один из известнейших туристических центров Среднего Урала, музей деревянного зодчества. Тема архитектуры и художественного творчества нам очень близка. Свободное от походов время мы занимаемся архитектурой и дизайном. Думаю, что здесь однозначно для нас будет много новой и полезной информации, так как мы планируем взять индивидуальную экскурсию. А самым интересным мы, конечно, поделимся с вами. Поэтому смотрите это видео до конца и не забывайте ставить палец вверх и подписывайтесь на наш канал, если еще этого не сделали. Нам будет очень приятно. Музей зародился в 1978 году на общественных началах по инициативе известного лапаевского краеведа, коллекционера и председателя районного общества охраны памятников истории и культуры Ивана Даниловича Самойлова. Все началось с реставрации местными жителями Спасо-Преображенской церкви, памятника архитектуры 18 века. В старинном здании разместился музей уральской народной живописи, экспозиции которого полностью строились на коллекциях Самойлова. А в 80-е годы Самойлов постепенно перевозит на территорию, прилегающую к Спасо-Преображенской церкви, интересные исчезающие образцы деревянной застройки, часовни, крестьянские усадьбы, сторожевую башню, ветряную мельницу и так далее. Так складывается архитектурно-этнографический музей под открытым небом. Какое? Так. Или, это конь вообще. Конный двор. Здрасте. Арт-резиденция. Ничего себе. Где таз? Тобольская барокко, нифига себе. Да ты посмотри, какие окна и вот эти вот. А я думала, она заброшенная. Точно барокко? Роза.
Это музей и действующая церковь, где по большим христианским праздникам проводятся службы. На первом этаже храма расположена выставка с различными предметами религиозного культа. Иконы, рукописи, поминальники, лампадки из разного материала, всевозможные виды крестов. А на втором этаже находится уникальная коллекция уральской народной домовой росписи, собранной основателем музея. В основном реставрация шла нижнего яруса. Обратите внимание на пол. Пол – это плитка чугунного плита, которая не задохнет на время строительства церкви. Это была дома Петисенко. Такой дом мы сегодня с вами увидим. Но сами хозяева в этой белой горнице не жили. Она была закрыта только для гостей. Или девушку, когда просватали до свадьбы, она могла находиться в такой белой горнице и готовить себе приданое, которое складывала в сундуки. Чем больше горка сундуков, тем богаче невеста. Над храмовой частью стальки главы считается церковь. Это 9 ангельских чинов. Высотой наша церковь 52 метра по шпилю, 48 в длину и 12 в ширину. Построена на двух стилях, храмовая часть, причудливая форма татобольского барокко. Колокольня – это классицизм. Приезжали с ночевой, старшой, который шел во главе воза, кричал: «Стряпки! Все, что есть в печи, на стол печи!» Экспозиция выставки с довольно реалистичными персонажами погружает зрителя во времена крепкого кваса после дальней дороги во множество верст, перекладных, таможен и разнообразия товаров, увозимых на ярмарку. Купец удачно продал весь свой товар и после сытного обеда достает кошель и подсчитывает себе баснословно барыши. Пасха, часовня, привезена сюда с Новолялинского района деревня Юрки. Часовня такое-то сооружение. Селение, где часовня, называется деревня, а где церковь, называется село. Здесь можно познакомиться с работами народного мастера декоративного прикладного искусства Кристины Денисовны Чупраковой. Пожалуй, это единственная неоднозначная выставка работ народного творчества. Незатейливые фигурки людей и животных, честно говоря, выглядят немного жутковато. В этой часовне представлен один из видов народного искусства – резьба по дереву. Резьбой украшали ворота, карнизы домов, наличники окон, мебель, посуду, орудия женского труда и другую домашнюю утварь. Здесь можно до бесконечности любоваться творением человеческих рук.
Не, ну на этом доме она стоила 1/4 стоимости дома. Не каждый мог позволить себе такое. Рядом ведь изба 18 век, крыши были двускатные, и как крыша выступала над фронтоном дома, чтоб стены дома не мочило. И когда люди сидели на лавке, дождь их тоже не мочил. В 19 веке крыши стали 4-скатные. Такая крыша – это признак зажиточности. Под навесом усадьбы можно узнать, для чего нужны кочедык, рейсмус, зензубель, познакомиться с пяткой, мотовилом, бараном, бала и другими диковинными предметами. Избы были как гнездо, они обносились вот таким забором от набега. Высота забора была такая, что всадник на лошади не перепрыгнул на забор, не достал весельных гроссов. Эта усадьба собиралась по частям. Изба взята из деревни Таборы, амбар из деревни Поповой, а баня из деревни Городище Алапаевского района. Кроме жилого, складского и хозяйственных построек, особенно впечатляет поилка для лошадей, колодец с журавлем, орудия сельскохозяйственного труда и другие интересные вещи. А одна из изюминок музея – баня по-черному в 3 венца. Всего 3 ряда плах, расколотых пополам бревен, и банька готова. Неспешно прогуливаясь по усадьбам, погружаешься в прошлое, проникаешься историей и духом места. А после приятно прогуляться к реке и подняться к часовне или ветряной мельнице, чтобы отдохнуть и полюбоваться красотой природы. Вот такое у нас получилось путешествие выходного дня. Новый формат, но неизменно в контексте природы Урала. Однозначно достойное внимания и интересное место Свердловской области. А нахождение музея в сельской местности делает его невероятно душевным, уютным и теплым местом.